Это Пакстон Феддл. Каковы твои первые... Феттл в заброшенном здании прямо по курсу. Спутниковая разведка ничего не выявила. Но это не значит, что можно расслабляться. Янковский, готов? Жду сигнала. Окей, начали. Эй, парень, где тебя носило? Ищи обходной путь. Погоди. Идем. Готов? Вперед! Джин, быстрее сюда! Уже иду. Похоже, мы опоздали. Одни объедки. Источник сигнала совсем рядом. Он должен быть где-то здесь. Покойного звали Чарльз Хабигер. Я его помню. Но моя ли это память? Или ее? Это не имеет значения. Он заслужил смерти. Они все заслужили смерти. Ответьте, прием! Что происходит? Я потерял сигнал от Феттла. Котяра, это мама кошка. Надеюсь, вы свободны? У нас проблемы в порту. Что за проблемы?
проблемы. Мы видели солдат, которых вы ищете. Но нам приказано не вступать в бой, пока вы не оцените ситуацию. Ясно. Мы выслали за вами двух птичек. Встречайте. Ждем. Что скажешь о нашем новичке? Ну, он очень мил. Я не о том. Говори прямо, Янко. Ха, так быстро. Нашел чего? Вы там как, готовы? У нас тут начинается самое интересное. Идите без меня, я немного задержусь. Дыши! Ну давай, тушься! Так старался забыть. Это ребята из ФРЕР. Они прикомандированы к нам на время операции и пойдут первыми. Их задача выяснить природу угрозы, наша прикрытием спины. В бой не вступать. Запомните, нам противостоят необычные люди. Группа 1 заходит с юго-запада, группа 2 с севера. По окончании операции встречаемся и ждем дальнейших указаний. Окей, по коням. Птичка, высадка окончена. Вас понял. Следуйте в точку. Раз уж ты идешь первым, попробуй открыть ворота. Я отправил бы туда одного из своих, но боюсь, тут нужен специалист. Отлично, возвращайся.
Связь пропадает. Если слышишь меня, ищи Янковский. Повторяю, ищи Янковский. Командир, гражданские уничтожены! Эхо 0, ответьте! Эхо 0, доложите обстановку! Откуда?
F7. Эхо 0 не отвечает. Эхо 7 командиру. Сходите разобраться? Отставить. Высылаем. Происшествий нет.
6, мы в точке 1. Вас понял, Эхо-6. Обыщите сектор. Вторжение подтверждаю. Вижу цель! Я в порядке! Thank you.
сообщение. Алло, это Чет из бухгалтерии. Что у вас там за шум такой ужасный? Или это не у вас? Что вообще происходит? Сообщений больше нет. Отряд, укрытие!
Отряд укрытия!
Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Кто Он жив. Врача? Кажется, он не ранен. Хотя не понимаю, как он вообще выжил. Об этом потом. Мы засекли Феттела. Источник сигнала там, неподалеку. Надо накрыть его и побыстрее. Джин, ищи Янковский. По моим данным, он еще жив. Но ты же не отправишь его одного. Это безумие. Он сам о себе позаботится. А теперь бегом! Будь осторожен. Ну ты и везунчик.
сообщение. Майк, что у вас там происходит? Какая-то авария? Почему никто не отвечает? Перезвони мне. Сообщений больше нет.
Отряд в укрытие! Куда мне идти? Thank you.
Смотри в оба, их 12 все еще не отвечает. Помощь нужна? Нет, оставайся на месте. Thank you.
внутренних вод, проведенного по заказу Армахема. Состав воды, мягко говоря, необычен. И ребята из Армахема не стали бы интересоваться этим, если бы не были замешаны. Thank you.
Джин, нашла Янковск? Нет. Но тут чьи-то останки. Опознание на месте невозможно. Это не он точно. Янковский жив, в этом я уверен, хотя сигналы датчиков выглядят необычно. И он где-то... Продолжаю поиски. Происшествий нет!
сообщение. Эй, приятель, что там у вас тряслось? Ты в порядке? Если чего, скажи. Не забыл, мы вроде как на пятницу договорились. Отзвонись как сможешь. Сообщение больше. Thank you.
является следствием производственного инцидента. О пострадавших сведений не поступало, однако на месте происшествия все еще работают спасатели. Thank you.
всяком случае, со спутника выглядит именно так.
не знаю, о чем ты говоришь. Некоторые тайны могут быть зарыты глубоко, но я знаю, где копать. Нет, постой, это какая-то ошибка. Мистер Моди, время слов закончилось. Умоляю, нет! Заслужил смерти. Они все заслужили смерти. Чудовищный взрыв, прогремевший сегодня вечером в порту, возможно, не был следствием несчастного случая. Нам стало известно, что на месте события были обнаружены следы вооруженного столкновения. Сотрудники полиции отказываются давать комментарии.
Одно новое сообщение. Первое сообщение. Иэн Хайвс. Привет, Билл, это Иэн Хайвс. Слушай, я только что получил твое письмо. Я мог бы поделиться кое-какими подробностями по этому делу, но, к сожалению, все они засекречены. Да и не так уж много я знаю. Может быть, позже я смогу подбросить тебе пару фактов. Хорошо? Сообщений больше нет.